Hem selam sileşir 5 gün aldı sile bugün sile bilen GTA 5'e Rus türlü bir GTA 5'e doğumunu oynayınız. Sile yok oldu dediğim ümit değil mi? Rus türlü de çınarlı hamas zor boğutken için. Bize bunu alabilirim. Alın. Şimdi de Franklin Good'u alıyorum. Birinci uçağına misyalarını kullanıyorum ki Michael Good'u alırız. Не понял, как это нас уволили? Частично это из-за той херни, что ты напорол. И частично из-за того, что папаша клиента заставил меня въехать на машине в салон Ятаряна. Чокнутым ублюдком в этом деле оказался ты. Лучше тратить их, пока они есть. Как скажешь. Машина yolu mu iki şimdi? Kattı mı? Ama bir yakın değil. Bir düşkün buramız. Tamam, sonra abi buramız böyle türlü. Мышка. Bir kırışım gireyim, kırmasın gireyim. Benim bir anıcı kırmasın gireyim istiyorum. Эй, Сурал дело Франклин, дейкин. иди-ка сюда и позволь мне скрасить твое одиночество. Мать твою, да что с тобой, Тоня? Со мной Парни, ничего чал, ты не мог чуть ману. Я не очень. А Джей Би где ошибается? А можно вертеть, я ничего. Ну а как же ты? Ну я как бы бросила. Почти. Ясно, что с тобой. Но Джей Би, он все потеряет. Он потеряет дом. Ты втыкаешь, о чем я? Бизнес. Все, не. Он твой кузен. Ты же говорил, что поможешь. Он мне не кузен. Ну раз ты так, тогда ладно. Я ни хрена не знаю про эвакуацию тачек. Это просто. Если Джей Би это смог, то ты тоже сможешь, черт побери. Ну давай же, я тебе покажу. Давай, блин. Ладно, черт. Я все ему покажу. Давай побыстрее, у меня дела. Притормози, Таниша была права. Где твоя тачка? Так, куда мы едем? Грузовик на штрафстоянке Дэвис. Как же я ввязался в это дело? Франклин Клинтон, мы оба знаем, что ты на меня заглядывался. Нет, ты точно под кайфом. Говорю тебе, я с этим дерьмом завязала. Ну, то есть беру иногда дозничок просто для вкуса, а так у меня все нормально, сам видишь. Как скажешь, сестренка, двигаем. Вот грузовик Джей Би. Поехали зарабатывать бабло, кореш. И ты меня бросишь после всего, что между нами было? Воу, качество охрели. Дарахно хрелештерлигенде, а камера на фокусе она такая хреген. Воу, чутки. Воу, аж на кадрле окутуненье. Вызываю 29, это диспетчер. Прием. У нас брошенный автомобиль на Сан-Андрес-Авеню. Йоу, мы займемся им. Как тот урод занялся твоей мамашей? 10-9, повторите, я не расслышал. Идиот, это Тоня и мой пацан, Франклин. Мы подменяем GIB. Понял. Привет, Тоня. Машина развалюха. Стоит там уже несколько дней. 10-7, конец связи. Ржавое ведро. Все должно пройти отлично. Настолько отлично, чтобы GIB вышел на свет божий из наркопритона. Ему убыток, тебе прибыль, сладкий. Только вот я ни хрена не получу. Отодвинь сиденье назад, и я все тебе компенсирую. Я не об этом, Тоня, мать твою. Что с тобой вообще? Да не я себе беру орган, я вижу много людей. Фак, шишли. Мнен куру тарджимасын білмегенім яхши екен, бару. Мнен куру білмегенім яхшиды. Так, я 100 раз видела, как Джей Би это делает. Медленно сдай назад и опусти крюк. И он должен встать на место. Кутин, стургин, сэнэ, ашбэлэмэ, хочкин.
Так, малыш, давай, медленно и осторожно. Так, малыш, все получилось. Теперь едем на стоянку. Не думал я, что у меня день так сложится. Что-то на районе тебя не видно. Я контакты налаживаю. Не хочу навечно... навечно застрять в Чемберлейн Хиллз. О, нихер зазнался. А я помню старые времена, когда ты еще был нормальным человеком. А я помню тебя и Джей Би, когда вы еще не сторчались. Времена меняются. Это ты изменился. Джей Би шмалит, но хотя бы не шмаляет в корешей. Он пашет, возит тачки, зарабатывает на жизнь. Да ну, а мне казалось, что сейчас эту сраную тачку везу я, а не он. И у тебя это прекрасно получается, малыш. Так, теперь нужно выгрузить тачку в отмеченной зоне. Они страшно возбухают, если бросить машину не там, где нужно. Увидимся на районе. Если что-то нужно, просто скажи. Да где этот придурок? Эй, послушай! Послушай, ты был мне как сын, сотрудник месяца. Для тебя это ничего не значит? Чувак приставил мне пушку к затылку. Никакой преданности, никаких принципов. Лучше бы ты принял эту пулю. Мой бизнес, мой совершенно законный бизнес. Ты в дерьме, парень, по уши в дерьме. Дорогая, ну конечно, я просто спасла жизнь мальчику. Но знаешь что, я уже начинаю терять терпение. Даже не представляю, как ты с этим справляешься. Ну конечно, я справляюсь. Я ведь женщина. Золотые слова. Дорогая, я сделала все, что могла. Но ты ведь знаешь, какими могут быть мальчишки. Подожди. О, дорогая. Эй, да, сколько же еще? Мы 5 ярдов не прошли. Знаю, просто спросила. Это же духовная прогулка. Укрепляет и тело, и душу. Модная вещь. Мы женщины, ни шагу назад. Мы женщины. Долой поганый патриархат. Мы женщины, слышь наш зов. Мы женщины, слышь наш зов. Мы свободны, мой мужик. Мы женщины, ни шагу назад. Твою мать. Фрэнк, это твоя тетя? Ага, слава богу, как же я скучал по этой дурынде. Теперь она увлеклась духовными прогулками и прочей херней. Она просто пытается... Эй, эй, что же ты так про свою родную тетю? Она же охренительно крутая. Пошли. Куда? Нам нужно забрать кое-какое добро за углом. Поговорим по ходу. А чё, поехать нельзя? За угол. Вместе с Чопом? Жирдяй, тебе ходить нужно. Ну ладно, долговязывая скотина. Давай, кореш, время идет. Двинули. Не вопрос, но что ты задумал? Похищение, балбес. Помнишь, Ди, того тупорылого кента из Баллас? Чувак, я же сказал, никаких больше сраных гангстерских разборок в стиле ретро. Я просто хочу зашибить малёк бабла. Будут тебе бабки, чувак, и никаких гангстерских разборок. Просто выглядеть будет похоже. Ну ты должен понимать разницу, братан. Здорово, мать твою. Моя тетка будет счастлива, кореш. Она только и ждет, чтобы я сдох. Тогда она заживет волю в этом сраном доме. Ты поведешь. Давай фургон, Чоп, фургон, хороший пес. Езжай на бульвар Вайнвуд. Куришь, не а я работаю за вас обоих, кореш. Смотри, что я приготовил. Ладно, хрен с ним. Ты видел Танишу? У нее все пучком. А вот у нас с тобой все хреново, чувак. Знаю, кореш. Но я встретился с этим парнем, с этим белым. Очень серьезный парень.
Этот чувак понимает улицу, кореш. Чую, нам от него будет толк. Нахрен он нам сдался, чувак? Я сам понимаю улицу. Ты понимаешь улицу? Черт, это просто мелкий карманник. Только и можешь кредитки тырить. Угоняешь грузовики с бензином? Ты что, какой-то мелкооптовый Робин Гуд, твою мать? С этим дерьмом покончено, чувак. Послушай, кореш, я не боюсь сдохнуть, слышишь меня? Но если подыхать, то не за просто так, понял, кореш? Вот о чем должны помнить все пацаны форума. И я вот это знаю абсолютно точно. Кентам на нас полностью насрать. Да хрен с кентами, понимаешь, о чем я? Это тебе... Тебе не долбанная финансовая... Кореш, я разве не помню? Подожди, ты хоть раз послушай, кореша, послушай. Тебе нужны бабки, не... Тут такое дело, слушай внимательно. Я говорю о 40 штуках. Без проблем. Наличка, 2 дня, без мокрухи, плевое дело. Не, еще раз влезть к этим долбанным балас, значит влезть в пересортное дерьмо. Мы перед делом замаскируемся, никто не узнает, что это мы. Ага, как же, ну посмотрим, кореш. Чоп, вольная душа, он лает, когда хочет. Папочка, вон там, в переулке. Эй, как дела? Разве крошка Лейта не твоя родственница? Ага. Черт, и все? Я же просто хотел тебя окликнуть. И? Нечего тут никого окликать. Ну что же это такое? Я же гангстер старой школы. И что? Какого хрена? Мне тут миллион таких гангстеров, мать их. А что если я запихну тебе в таблеточку Ты потом еще умолять меня будешь, зайка. Это отвратительно. Эй, как она? Че за дела? Гангстерам уже никто не дает. Да пошел ты нахер, лох. Я с чемберленами тёлками не делюсь. Тут вообще никто никем делиться не будет. Заткнись нахер, с***. Да пошел ты, не***. Да пошло оно все. Эй, вы же вроде вне закона. Ну да, вы, мудаки, в расписных масках. Ну ты че тут мне, ты стукач что ли? Вот черт, с***. Да пошел ты, не***. Я с вами, берегись, не***. Эй, пошли вы все с этого, не***. Давай, быстрее, пошли. Фургон, нужно ехать. Бегор гитман, мэн. Не нравится, как ромаш не умеет. Видишь, на чем он едет? А у нас сраный фургон. Мы в полной жопе. Ты не тупый тур. Бьем и тот тур. Боим, что вот в том можешь не дать хайдедик. Ходрам, в том можешь не дать хайдомас. Грун, хуломас. Конечно, хочешь кредит. Ты вообще открыл пасть. Мы могли бы тихонько подкрасться к тому не... Ты себя видел, Франклин? Ты же здоровенный черный засранец. Кому ты можешь подкрасться? Это 40 штук от нас уходят. Ты даже не стараешься. Давай, включай свое водительское кунг-фу. Удрыш Киринас, подай. Скорее, фургон. Удрыш Киринас, подай. У него мотоцикл, мы его не догоним. Давай, гангстер, все получится. Чоп, сейчас будет трясти. Ты видел ту ш**? Классная как раз по мне. И я так и нравлюсь. Они мне на шею вешаются. Выкинь баб из головы хоть на минутку. Ты хуже Чопа. Куришь, если мы упустим его потому, что ты решил не включать свое кунг-фу, я буду очень расстроен. Хоть дэн. Чоп, ты в порядке? Надо было мне сесть за руль. Думаю, чтобы справиться лучше. Это дерьмо просто не может ехать быстрее. Ты здрав, нам что, худолом ебти, сейчас этот мотоцикл вылетит. Вагам, нарога, кальвис кеп кол. Рахмат, тотит кенин чо, рахмат. Бумыс, ууу, цирпанам, дрифт хлы, бун, нарога, че нету борар, да? Хорошо, достали все эти мудаки на байках. Чувак, а как мы получим выкуп? По мобиле звонить нельзя, иначе копы засекут сигнал, и мы окажемся в дерьме. Что за херню ты несешь? Все будет чики-пуки. Это не херня, это наука, болван. У них крутая техника. Срать я хотел на науку. В переулок, за ним. Береги фургон, кореш, он нам нужен. Надо... Куча, тунгай трюкся, а? О, черт! Черт, ему хана! Бери Чопа и беги за этим придурком. Слышь, а ты чего тут расселся? Давай, Чоп, давай, хватай его за задницу. Фас этого ублюдка, Чоп. Взять его. А, ты зро играл, не думаю? Только отзови песика, ладно? Ah!
Да пошел ты! Твои кенты знают, что ты здесь. Зачем такому крутому кенту из Даллас убегать? Ладно, буду считать, что это зарядка. Хватай его, мать! Нет волны, ну? Твою ж мать! Давай, малыш, найди этого придурка! Возьми его след, чё? Приведи меня к нему! Нам башкарал, нам его из башкарал. Унюхал его, брат. Он в поезде. Из башкарал циклей. Не дергайся, су... Твою мать, тут его нет. Где он, малыш? Ну же, где он? Ходовали, шевелись, нам нужно идти. Руки вверх. Чувак, нихера. Ну и здесь... Как камер на зене, да? Ладно, как чужо, а? Ты ходовал на зене. Чоп, ты учуял его? Давай, Чоп, давай, малыш. Чоп, где он? Где он? Эй, малыш, куда ты? Разве это похоже на парня из Далласа? Эй, ну вот ты. О, ха. Чоп, это же Кобель. Ты готов с***ться с кем попало? Я тебе потрачу. Чоп, ты у меня дождешься. Не сейчас, Чоп, нам нужно идти. Ламар тебя не достал. Чоп, я с тобой, пошли. Попался? Боишься собак, не? Оу, черт! Да пошел ты со своим дурацким псом. Не надо его просто схвати его за задницу, Чоп. Фас его. Оу, черт! Да пошел ты, ржачик, хороший. Это с*** меня укусило. Завали хавала. Эй, чувак, иди-ка сюда. Черт, я не хочу связываться с чемберлинскими кентами, а мы сами по себе. Что за херня, чувак? Полезай в фургон, кусок дерьма. Черт. Эй, Ламар Дэвис, это ведь ты, мне. Хватит болтать, залезай внутрь. А, это ты, мне. Чувак, ты долбанный идиот. Блин, давай. Мужик, я же сказал, что не хочу проблем. Заткнись нахер. Да что это за херня? Стереги его, приятель. Убери от меня этого кабыздоха. Давай, давай, давай. Твою мать. Куда прошла горе, да? Вам много нахуй узел он забирал там. Если что, по недрессировать, даже искусственный интеллект там, как ты. Джейм много. Спрячь этого парня у меня. О, сбирал мид дэвно, когда на коллеге. Азвучки леги. Я вообще мут кучу рома. Чувак, я там гостил, когда ты еще в плёк. Узел он забирал, сам закрой пасть, ты меня не знаешь. Битте серии, ой, ничего. Ничего снял это говно. Ничего монтажа, ничего обнос, ничего кун монтажа, чем Кирилл Беляр. Пристрелить тебя нахер, когда получим наши 40 штук. Ни хрена вы не получите. Федералы вас в момент сцапают, не. Тихо, мне нужно позвонить. Ваш парень у нас. Ты звонишь им по мобильнику, тупой ублюдок. Они же нас сразу отследят. Мы хотим 40 тысяч. Заплатишь или мне, или гробовщику, ублюдок. Твою мать, что ты натворил? Братан, ты же им выдал, где мы. Теперь придется отпустить этого ублюдка. Пошел нахер, мудак. Дай сюда этот чертов телефон. Что за херня? Да ну вас всех, скоро увидимся. Ты жив только потому, что мы пожалели твою задницу. Не забывай об этом, чувак. Тупые суки. Ну и дерьмо, подбрось меня.
Да что у тебя с головой? Не... Приехали, засранец. Сам ты засранец. Берегись парней из Баллас, они будут тебя искать. И копы тоже будут тебя искать. Как страшно, мать твою. Я ведь гангстер, мать твою. Я могу за себя постоять, брателло. Хрена лысого ты можешь. Ах, кетті тілі, мәрсі кетті. Бүгі олігі нақпу ұтмайын екен мән лейдім ба. Секунду. Чёрт, ещё раз спасибо тебе, интернет. Что? Этот долбанный психоломар тебя ещё не угробил? Пока нет. Совсем обленился, наверное. Он всегда ленится. Он кретин, бро. Ага, бывает. Кстати, о кретинах. А что бы ты сказал, узнав, что одни мои знакомые устроили небольшие гоночки? И надо же такому случиться. У них есть красивейшая серебряная медаль с твоим именем. Я бы сказал, иди нахер. Бронзовая медаль? Весельчак долбанный. О, чутки можно иметь. Если к чему можно, наверное, скоро. О, вообще. Жни дивали. Ну же, Франклин, ты с нами? Окей, let's go! Франклин, ты же куда он, я не... Мультфильм, кёрт. Мультфильм, ты тоже поговор, кореянец ли? Франклин, я тоже поговор. Шағым үсілім барды. И мән яқшылығымды қолан кіләні PlayStation 2-ліге бөләрді. И үшенді шы мүлтфілімді ойыны бар еші Франклинген. Зор ойыны білерген бары. PlayStation 2 зор еді шөпәй. Мұқыр Франклин үшін көз алдың үші көтілі. Чёрт, а ты неплохой соперник. Әй, үтшім керей, кечіметті, үйінен кеме әпті бұл ойынны. Мұна қойылады өзі скрипт бөләді, яғни... Бұлі... Мәңге форы бөләді бал. Мұсал үшін бірінші кеватты, мәң үшінші ұрынды кеватмамын. Ақыры ғада қақады ұрылады, кенімедір болады, тоқтап қалады, мәңгі өл бері олады, мәң бірінші өт күтімен. Асасын шына болады. Енді сіне қақалады әм үтпіл үш мүмкін, қачам, мән жүбі әм қапет қазам, жүбі әм ұрылып қайдашы білмей, мәдір бол қапет қазам, үт қазам әм тұрылды лейкен. План бойынша, өлі шынаға скрипт бар, Мен бірінші ұрынғы ұрту алдым. Енді мәні асосы екілі деген үшін мән ұрылып, үлігі өл бері орамасы дейін керек. Ештат өзі үшін керек. Мән мұны қатты әмілі ма? Өз интернетте осылайын шықады, нұңына ташқары мәнді программыз мәні ұлайлы қарасы. Біз әм ойын есегеміз. Оқышты, шына бір дәрс бар еді ойын есеген. Геймде ойын есігеміз, енді бізе есіген ойынымыз жүдем, абдей зор қайшысады мәсі, абдей тор бүрче, үш бүрче нәрселер бұлай есігеміз, вау 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 үткізіп қоймей, үткізіп қоймей желаешь не вязываться в это дело? Слей, я бір чаңып балымды. Ты же говорил, что умеешь водить. Я ютшинге, ёк. Икинчи метта хайди нам. Ааа, цилей ябрым шарп олды. Кажи, бізем уйн есегенмін, бірақ зор кәрсізді, аз? Бұл жүрші бүрші елей, ну, мен...
Бронь кетки, а у нее сажем зиги. Я не тазур был, вам ногу у нее сажем, фанчи вахты, это ваши джинзы, да? Короче, у Илли я сагем ма, и... Вообще, нам блям, что уж на скрип для бор, что надо больше кирей, у меня будет увеличить чум, увеличить чум, увеличить чум, чем-то. Шумга азгина қолып бе, спранк етіп қалды машина. Смотри и учись, малыш. Не то алды бе, қайсы бірді. Қалда кеп. Грязный приемчик. Как это ты еще здесь? Қач? Таппы болса, вақты секілдерістірсе бөлерді. Құл дүнит форс бит мосту ансеттеге. Бірігенісіле, нит форс бит мосту ансеттеге ойнамын. Ол ғашылайы қуарды. Ма, аш чүмен мен негіт құз отканым. Мағы бөл үш керейіңіз. Мошыны сепан кет отты, өзбанымды. Болшы мошыны көл үш керейіңіз. Спанк-то. Зини туда, да? Вахтам же был хопт. Кистер сам кирик уджоем. Биоды. И сугеном. Откачим кирик, откачим кирик. Я вас нахуй нахуй бить пить сам братан. Тизлин может пить дорога, ну нахуй сам. Вы не добрались к кругу? Я уже кинч круг прошел на другом. Ну сапанкетная. Вообще ты для себя ходишь, да? Ой, 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 ой. Замкнули. Ладно. А машина на гараж был поеду, потому что мне не машина я. Я так знаю, у меня из-за тебя менопауза прервалась. Да, манам Джейсон, если он очень шат нас. Бұттеуатып күліңіз, сілерді қайырласамыз қамын керек рахмат, видеоны оқып видео көргеніңіз үшін. Видеоге... не болды? Каналға абоны болмаген бұсы елі, абоны көп көйілі. Видеоге абонынан лайк басып көйілі. Абонынан бәді үші видео түге атты, лайк басып жесілерден шықмасын. Кейін видеолан ұтуды ормасын үшін қоңғыр ашынан басып көйілі. خاله سیله کمی تره دیگه شنیدم در یک پویش سیله بلد فقط سوپ ماست این آزیله خامنه رحمت صاحب لیلی سلامت لیلی کینگ ویدیو لیلی کوچک نشه خیر